Ребята, всем привет! Сегодня покажу такую сварочку. Вот. Похожая вот была у меня до этого сварочка. У этой, значит, транзисторы целые. Вот. И я сразу обратил внимание, вот смотрите, сдохший контроллер. Сейчас мы его увеличим. О, видите, какой прогар. Она не то что в пыли, она за краской покрыта, ребят, какой-то, не знаю, типа краска какая-то, красная краска. Вот, ну выгорела, сами видите, да, вот неисправность какая. Больше, наверное, могу увеличить или смогу. Видно, что дыра какая прогорела. Серьезно бахнул блок питания. А бахнул не знаю из-за чего. Сейчас я покажу вам погоревшие здесь запчасти. Резисторы. Вот так СМД резисторы горят. Сейчас. Видите, да, как погорели? Вот нормальные резисторы. Здесь все вроде как нормально. Что-то вот это, по-моему, сгоревшая запчасть. Транзистор, что ли. Попробуем восстановить. Сейчас чуть-чуть наладится, я вам покажу сейчас еще одну штуку. Так вот получается, здесь вот что-то непонятное. И шваркнуло, вот смотрите, релюха стоит, вот эти два контакта. Между рулюхами какое-то замыкание было. Чё-то я даже не это. Не могу понять, что это такое. То ли сами вручную замкнули. Реально, да, видите? Чё-то замыкание какое-то было. Чуть-чуть меньше сделаю, что-то он так долго ищет. Получается, блок питания здесь, резюки вот здесь погорели, и вот, а где реле, какое-то было замыкание. Так-то вроде больше ничего. Ну, короче, какой-то мастер, походу, замкнул. Думал, что реле перемкнет, это все заработает. А он просто-напросто контакты замкнул. Хорошо, что транзисторы не вышли из строя. Сейчас буду искать схему, какие резюки стоят. Видите, да, вот контакт, реально видно, что контакт бахнул. И вот сюда долетело, вот здесь что-то еще. Эти вроде все на месте. Ну и микросхема. Блок питания, шим-контроллер вышел из строя. Вот такие, ребят, неисправности. Все это делается, если, конечно, возможность есть. Я еще не знаю, что это за шимка. Но будем делать что.
Все, всем удачи, пока.